Керамзит – легкий пористый стройматериал, который получают обжигом глины. Керамзитовым бывает овальный гравий, кубической формы щебень с острыми гранями, песок. При разных режимах обработки получают керамзит различной плотности. Это экологичный и долговечный стройматериал, стойкий к температурным перепадам. Он имеет небольшой вес, обладает шумо- и звукоизоляционными свойствами. Его небольшая цена способствует широкому распространению материала в строительной сфере, в чистом виде или для производства керамзитобетонных блоков. Отечественные предприятия не полностью удовлетворяют потребность в керамзите, поэтому его производство является выгодным бизнесом. Его используют для производства конструкций из керамзитобетона, замешивания теплых кладочных растворов, тепло- и звукоизоляции стен, плит перекрытий и кровельных элементов зданий, промышленного строительства, дороги, мосты и дамбы, утепления трубопроводов, наполнения легких бетонов, обустройство дренажных систем, в том числе в сельскохозяйственной отрасли, фильтрование воды. В состав технологической линии для производства керамзита входит дробилка, которая включает приемный бункер, жесткую раму, зубчатый приод и лопастные валы, которые производят дробление. Для введения добавок необходим смеситель. Комплект оборудования обойдется в $260 000. Кроме этого, нужна погрузочная техника и транспорт. Для размещения оборудования потребуется значительная площадь и нужна аренда земельного участка, близкого к месторождению глины. При ограниченных средствах можно запустить мини-завод, где топливом будут уголь, газ или мазут, а сырьем – гравий и зола от сжигания торфа и угля. Но это будет материал, который по свойствам приближается к керамзиту. Из оборудования потребуются емкости, дробилка и печь кипящего слоя. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.